что мы пожизненно связаны друг с другом. Даже если вы уже разделились, расстались, вам надо сохранить светлое чувство по отношению к этому человеку. Иначе вы не сможете в новой семье быть счастливы. Потому что мы пожизненно связаны с теми, кому отдали свое сердце. Поэтому лучше вообще никогда не разводиться. Сказать, что с ним невозможно жить. Это объем работы. Это не приговор, а объем работы. И не думайте, что если вот с этим человеком такой объем работы у вас, то там будет другой объем работы. Объем работы не меняется. Меняются люди. Только сначала будет сладкий вкус всегда, дурманом сладким веяло, а потом придет объем работы. Этот принцип демоверсии или try and buy, он пришел от Бога. Называется влюбленность. Бог сначала показывает все самое лучшее, а потом мы сами должны увидеть это самое лучшее в близком человеке через труд над отношениями. Сначала нам хорошо, самое лучшее мы видим друг в друге, потом забываем. И у нас два варианта. Или с помощью труда увидеть это потом в жизни, самое лучшее в человеке, и забыть плохое, и тогда мы сдаем экзамен. Или нам придется разводиться. Начать все сначала. Начни сначала. Пусть не везет как час. Начни сначала. Любить как первый раз. Но поймите такую вещь, что это не везет как час. Это нет знания. Просто нет знания. Все. Те люди, у которых есть знания, не расходятся. И не страдают в личной жизни. Они трудятся. Страдание означает незнание и понимание, что это мой объем работы. Вот если вы чувствуете, что мне тяжело с этим человеком жить, и просто невыносимо, хоть в петлю лезть, это просто ваш объем работы. А почему в петлю хоть лезть? А потому что у вас не хватает энергии любви, чтобы справиться с этой нуждой, которую вы испытываете в отношениях. Это значит, что у вас в жизни просто не хватает духовной жизни. Именно вера дает возможность человеку насытиться той силой, которая дает ему возможность терпеть. Потому что близкие отношения — это всегда испытание. Я объясню почему. Потому что два эгоизма, когда встречаются вместе, вот этот эффект, что я вытягиваю счастье из его сердца, а он вытягивает из моего, этот эффект, когда наступает личная жизнь, начинает эксплуатироваться каждым, кто участвует в этой личной жизни. Вот раньше ты мне по-другому улыбалась. Это называется эксплуатация. Ты она улыбается точно так же, как улыбалась. Просто ты уже из этой улыбки не можешь так много счастья извлечь, потому что кончилось. Кончилось счастье. Все, теперь надо трудиться на этом. А ты раньше больше внимания на меня обращал. Да. Край или бай. Вот видишь, как он много внимания может к тебе обращать. Вот теперь стань достойной этого. Так живи с ним, так действуй рядом с ним, чтобы он опять таким же стал, столько же внимания привлекал. И он таким обязательно будет. Некоторые говорят, а у нас не было ничего. А если не было ничего, как же вместе-то оказались? Такого же не бывает. Ну что-то такого было, но как-то мало. А любви всегда мало. Ну хорошо, всегда мало. Как определить, что это мой человек? Очень просто. Если вы от него уйти не можете, значит ваш. Мы часто пытаемся уйти друг от друга. Но и буксуем на месте. Не можем уйти. Почему? Потому что
кто-то держит вместе нас, кто-то держит. Да кто-то живет в наших сердцах. Проявляется как голос совести или как привязанность. Кто-то держит. Это значит, что кому-то эта семья нужна больше, чем мне. И именно этот кто-то и соединил вас вместе. А если я бросаю близкого человека, то этот кто-то и не даст тебе дальше найти другого, пока не раскаешься в полной степени за то, что ты сделал. Потому что в этом мире есть высшие силы, которых мы даже не догадываемся. И наша жизнь вместе — это испытание. Это не то, что... Некоторые думают, что я создан для счастья. Нет, мы все созданы для экзамена. Счастье приходит как награда. Мы родились в этом мире, чтобы понять. Мы для знаний здесь родились. Мы не для любви здесь родились в этом мире. Для знаний. Любовь всегда приходит как награда. Или за прошлые поступки, тогда она приходит негаданно. Любовь негаданно, нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый месяц сразу станет так удивительно хорош. И ты поешь сердцем, тебе хочется покоя сердцем. Как хорошо на свете жить, сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Так, мы любим чем? Чем? Сердце. Но сердце не означает вот это вот то, что сокращается. Сердце означает веда в древней культуре, это означает душа и сверхдуша. Энергия любви приходит от сверхдуши. Сверхдуша — это источник энергии любви. Вот если в лампочке горит свет, значит ли это, что эта лампочка продуцирует энергию света? Нет, она берет откуда-то энергию света, есть источник. Давайте проследим дальше. Розетка является источником света? Нет. А электростанция является источником света? Нет. Источником света является энергия падающей воды. Энергия притяжения Земли является источником света. Это она, эта сила вырабатывает движение, которое рождает электричество. Но энергия притяжения имеет божественную природу. Таким образом, даже этот свет излучается за счет энергии Бога. Просто мы научились эту энергию Бога излучать. Точно так же можно научиться излучать энергию Бога, которая находится в сердце. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогой добра. Дорога добра означает служение. Когда человек забывает про себя и начинает заботиться о других, в этот момент энергия счастья бежит за ним. Энергия счастья имеет божественную природу. Энергия любви — это энергия Бога. Она не принадлежит нам, но мы хотим ей пользоваться и считаем, что она принадлежит нам. Я хочу, чтобы меня любили. Я хочу, чтобы мне всегда говорили теплые слова. Я хочу, чтобы обо мне заботились. Я не хочу жить один. Я не хочу жить одна. Видите, мы требуем любви. Требуем любви всю жизнь. Это означает невежество. В этом нет знания. Потому что знание заключается в том, что мы не можем требовать то, чего нам не принадлежит. Я, допустим, не подхожу к чужой машине и не говорю: «Дайте мне эту машину».
быть, энергия любви кому-то принадлежит или нет. Девушка может быть красивой, и может принадлежать кроме бы энергии любви, все ее любят. Но эта красота пропадает куда-то с возрастом. И ее уже не так любят, не так смотрят, как раньше на нее. Так или нет? Энергия любви не принадлежит нам. Если девушке принадлежала энергия любви, она всегда была красивой. Но она сейчас красивая, а потом некрасивая. Точно так же мужчина может быть привлекательным. Он может овладевать энергией любви. Мужчина не имеет энергии любви столько, сколько женщина. Он может ей овладеть с помощью своей силы внутренней. И бывает сильный мужчина. Но с возрастом эта сила тает. Любой мужчина. Итак, мы не обладатели энергии любви. Мы не можем ни продуцировать ее, ни заплатить. И если человек всю жизнь думает о том, что он ее обладатель, тогда он всю жизнь будет несчастным. Веды объясняют, что когда человек борется за счастьем, требует его себе, то счастье всегда убегает от него. Птица счастья с завтрашнего дня прилетела крылья свиня. Выбери меня, выбери меня, птица счастья с завтрашнего дня. Когда человек гонится за счастьем, он каким днем живет, сегодняшним или завтрашним? Завтрашним. Кто живет сегодняшним днем? Когда человек читает молитву, когда человек заботится о другом, когда человек садит деревья с любовью, когда человек с любовью улыбается другим людям, когда человек прощает, просит прощения, заботится обо всех, в это время он счастлив. Не потому, что пришло время быть счастливым, а потому, что счастье повернулось к нему лицом. Энергия Бога всегда поворачивается лицом к тому, кто находится в состоянии служения, и отворачивается от того, кто хочет ее захватить. Я человек, у меня такая несчастная жизнь, куда плохо. Больше так не могу быть всего. Это вот значит, что делает конючит энергию счастья. Он будет счастливее от этих мыслей? Нет. Мы перевели это слово «конючит». Так, смотрите, в семье есть два эгоизма. Мужчина сам по себе, когда он простят, много не надо в жизни. Он берет, я не знаю, как у вас, но я вот так студентом жил. Я брал, покупал лапши, килограмм, варил ее с маслом, ставил в холодильник, отрубал потом кусок, жарил и шел в институт. Мне нормально было, как бы проблем нет. Но когда я женился, меня это уже не устраивает. Девушка сама по себе может жить очень скромно. У нее чуть-чуть там одежды, мебели, чуть-чуть, она такая, ну не сильно ей все это надо. Но когда она выходит замуж, ее эта комнатка уже не устраивает. Нужно больше. Когда мужчина женится, ему нужно лучше кушать. Когда женщина выходит замуж, ей нужно больше территории. Больше украшений, больше внимания, больше заботы. Мужчине надо больше секса, больше пищи и больше зрелищ.
Проблема заключается в том, что когда два человека женятся, то желание эксплуатировать энергию любви начинает очень сильно возрастать, что является уже заранее причиной страдания. Давайте рассмотрим формулу. Чем больше я хочу счастья, тем больше у меня в жизни будет страдания. Чем больше я служу, тем меньше у меня в жизни будет страдания. И проблема заключается в том, что когда люди женятся, их желание счастья друг от друга возрастает день ото дня. И постепенно их влюбленность, то есть подарок от Бога, Бог же дарит им, будьте вместе, будьте счастливы. Бог дает подарок в виде притяжения, влюбленности. Постепенно желание наслаждаться любовью растет, а влюбленность тает. И в какой-то момент желание наслаждаться любовью становится выше, чем возможность Бога по нашей судьбе нам ее дать. И что наступает в этот момент? Разочарование. Сначала очарование. Потом разочарование. И то, и другое признак отсутствия знания. Потому что знание заключается в том, что когда два человека вместе встречаются и наслаждаться начинают друг друга, то это означает, что они копят страдания. Когда человека, допустим, меня наслаждает моя жена, она красивая, стройная, улыбается, нежная, добрая, заботливая, у нее много хороших качеств. Значит ли это, что я буду страдать? Нет. Почему? Потому что я просто благодарен ей за это все. Но если я хочу наслаждаться ее красотой, то в этот момент наступает страдание. И если уже говорить о тонком плане, то когда мужчина хочет наслаждаться красотой своей жены, у нее в этот момент портится настроение. Потому что она в этот момент становится, я ее отбираю. Точно так же, когда женщина хочет наслаждаться ответственностью своего мужа, его внимательностью, его смелостью, знанием и так далее, в этот момент она закладывает страдания в свою жизнь. Потому что все эти желания рождают одно чувство, разрушающее жизнь семьи. Как это называется, это чувство? Ревность. Что такое ревность? Ревность – это требование любви к себе. Требование любви. Куда ни смотри, туда ни смотри. Меня только смотри. Эксплуатация. Недоверие возникает близкому человеку сразу. Почему недоверие? Потому что само по себе желание эксплуатировать любовь – это оскорбление по отношению к Богу, которое не дает. Если мы оскорбляем Бога, то веры не будет уже в эту любовь. Почему мы ревнуем близких людей? А потому что мы им не служим. Мы хотим эксплуатировать их любовь, а не заботиться о них. Мы им не служим, поэтому ревнуем. Когда человек начинает служить близкому человеку, вот смотрите, интересно, может ли мужчина влюбиться в какую-то девушку? Вот у меня есть муж, может ли он влюбиться в какую-то девушку? Понравится она, может ему или нет? Какая-то девушка может понравиться? Может, потому что девушки красивые, их природа нравится. Кому-то нравится. Природа любой девушки кому-то нравится. Если жена служит мужу, она служит за Бога, служит, не эксплуатирует его внимание. Спасибо большое. Не эксплуатирует его внимание, а просто заботится о нем, служит.
то если он влюбится в какую-то девушку, то она просто со страданием будет относиться к нему. Это удивительно понять, что настоящая любовь, она сильнее, чем глупости, которые рождаются в наших сердцах. Настоящая любящая жена, она будет смотреть на мужа и скажет: тебе что, эта девушка понравилась? Он скажет: ну что-то не знаю, как-то, да, наверное. Потому что, знаете, интересно знать, что вот это вот ощущение понравилось, оно не означает, что он сам имеет какие-то намерения по отношению к ней. Вот если мне кто-то меня стукнул молотком по башке, перевык по башке, да? Если меня кто-то стукнул молотком по голове, то это не значит, что я заставил синяк вылезти из-за лба. Синяк появился, потому что меня ударили. Точно так же и взгляд женщины может ударить мужчину по голове, и в голове появится синяк. Этот синяк называется влюбленность, то есть его взгляд становится прикованным к этой девушке. Такая прикованность, он вроде бы не хочет, у него жена и дети любимые, все как бы хорошо, но уже как бы. Как я помню, я сидел с девушкой в школе за партой, вот с одной девушкой сидел. Не то, что я как бы в нее влюбился, но когда шел урок, то я когда что-то писать, хотел написать что-то на тетради, то у меня глаза уходили туда вниз, потому что не было короткой юбки. Я пытался смотреть тетрадь, а глаза уходили вниз. Мне было очень тяжело справиться с этим. Потому что как-то было стыдно, я думал, что я так вот смотрю. А я не смотрел, они меня сами туда лезли. Я тогда не знал, что эта сила сама притягивает. И многие мужчины этого не знали. Поэтому, ой, я влюбился, все это значит, мне уже все, с женой я не смогу жить, я влюбился, дети мне не нужны. Это просто самообман. Если тебе синяк поставили, не значит, что ты всю жизнь синяком будешь ходить. Ну, влюбился, разлюбишь так же, как влюбился, то все, заканчивается. Так же, как зуб, когда чешется что-то, то, ну, какое-то время почесал, потом пошло. Все, теперь всю жизнь буду чесать. Бросаю все, все бросаю, буду чесаться всю жизнь. Эта влюбленность сравнивают с чесоткой. Это не мое сравнение, это сравнение приводится в Священном Писании. Потому что человек не может защититься от энергии любви. Мы не можем защититься от энергии любви. Поэтому в древней культуре девушки старались не показывать те части тела, которые связаны с энергией любви. У девушки тело соткано из энергии любви. А у мужчины тело соткано из энергии знания. Мужчина рождается для знания, женщина рождается для любви. Это не сперматозоиды с яйцеклеткой, как биологи нам объясняют, выбирают, будет мальчик или девочка. Это тонкое тело человека выбирает, как будут сперматозоиды соединяться друг с другом, с яйцеклеткой. Понимаете, когда человек хочет в жизни своей ласки, любви, нежности, заботы и внимания, то он получает женское тело. Когда человек хочет победы над судьбой, когда он хочет знания, тогда он получает мужское. Если человек получает женское тело, что это значит?
то это значит, все тело будет создано из энергии любви. И так как энергия любви – это энергия, от которой нельзя защититься, поэтому разумные женщины прячут свое тело. От кого? От тех, с кем они не будут строить близкие отношения. И наоборот, при необходимости открывают свое тело тем, с кем надо строить близкие отношения. Поэтому женщина очень привлекательна, должна быть дома, она должна самое лучшее одевать дома, а на улице быть поскромнее. Наши же женщины делают все наоборот. Они красятся, когда идут на улицу, и смывают краску, когда приходят домой. Одевают красивую одежду, когда идут на улицу, и одевают простую одежду, когда приходят домой. И при этом думают, что крыша у мужиков обязательно будет стоять на месте. И переводите. Крыша стоит на месте, что ее не сорвет. Это невозможно. Ведь у нас нет культуры отношений с энергией. Мы не знаем, как с ней относиться правильно. И при этом очень сильно плачем, что от меня ушел муж. Не знаю, в обществе просто надо знать, что так. Если идет война, вот сейчас, допустим, на Украине идет война, это значит, что могут убить. Поэтому разумные люди уезжают оттуда, с этого места. Зачем им там опятиться? Не уезжают, чтобы не убило. Они же сами никого стрелять не хотят, правильно? Это выясняет вал государств отношения друг с другом. Они это делают для того, чтобы усилить свое влияние. Иногда влияние усиливается с помощью политики, иногда с помощью войны. Но разумные люди должны уехать с этого места. Зачем им-то это надо? Точно так же в обществе, где царит разум, женщины защищают свое тело. От того, чтобы энергия любви сохранялась. Она же тратится, когда мужики смотрят лишнего. И потом эта раскачанная девушка приходит домой, вся на нервы. Почему она вся на нервы? Потому что ее съели по дороге. Женщину можно кушать так же, как торт. Можно торт кушать глазами? Можно. Так и женщину можно кушать глазами. Поэтому в древней культуре женщины оставляли людям благословение. У женщины есть все создано из энергии любви, но лицо связано с высшими энергиями, с духовными энергиями. Человек лицо связано. А дальше уже идут энергии, которые все более интимную природу имеют. Или больше связаны с эгоизмом или с личной жизнью. Поэтому женщина оставляет лицо открытое, как благословение человечеству, своей красотой. А все остальное закрывает, чтобы лишнего не отдавать чужим людям. Вы скажете, а кто тогда замуж возьмет? Сразу примерный вопрос. Объясняем. Те мужчины, которые привлекаются низшей энергией женщины, они, в общем-то, замуж ее брать и не хотят. Потому что, когда мужчина привлекается нижней энергией женщины, ему нужен только секс и больше ничего от нее. Это значит, что это глупый мужик. Обезьяна. Обезьяна. Вот тот, кто хочет только секса и все. У него не хватает разума, чтобы оценить женщину по-настоящему. Но интересно знать, что те мужчины, которые хотят замуж женщину взять, боятся брать замуж тех, кто слишком сильно открывает свое тело. Потому что они понимают, что эту девушку рядом с собой надолго не удержишь. Особенно, если она красивая. Они чувствуют сердцем, что это опасно ее брать замуж. Но те мужчины, которые хотят жениться, они смотрят на чистоту женщины, а не на ее красоту. Чистота – это тоже красота, но она исходит из лица.
Поэтому есть две категории мужчин. Одни хотят секса от женщины и смотрят на тех, которые открытое дело имеют. А другие хотят жениться и смотрят на тех, кто ведет себя скромнее. Этот секрет я вам сейчас сказал женщине с писания. Больше вам, наверное, никто не скажет. Это действительно тайна, то, что сейчас сказал. И вам надо быть очень сильными, женщины, очень сильными, чтобы эту тайну принять в свою жизнь. Это не просто беречь красоту. Не просто. Потому что женщина, когда на нее смотрит, у нее повышается настроение. Она испытывает спокойствие, удовлетворение, радость. И легче жить. Когда на нее не смотрит, настроение тает, сразу плохо, все. Оптимизм пропадает сразу. Но не думайте, что если вы закрываете тело, на вас не будут смотреть. Это значит, что ваша красота будет очищаться, становиться более благородной, и она вся пойдет в лицо. Система ясна? Точно так же, как кузнечик найдет всегда из бутылки выход, точно так же красота женщины никогда не будет сидеть там, где ее не используют. Она всегда найдет выход, она всегда найдет, где показать себя. Условия? Лучше пускай она показывает себя через что-то возвышенное. Видите, какой, оказывается, я нехороший человек. Сначала был хороший, стал нехорошим. Я больше не буду так вам говорить. Давайте продолжим нашу беседу. Итак, семья, когда создается, то энергия любви становится очень востребованно. Люди голодают по этой энергии любви, когда находятся поодиночке, а потом они начинают ее есть друг в друге. Наступает момент неизбежно, когда близкие люди начинают друг от друга испытывать боль. Иногда бывает так, что я прихожу с работы, вернее не с работы, а ну, немножко задерживается обед. Я с утра прощусь, не ем, чтобы больше учиться, изучать все. А когда обед задерживается по какой-то причине, я становлюсь голодным. И когда я голодный, я ем очень быстро. А когда я быстро ем, ничего не усваивается. И жена садится со мной и говорит, ты не торопишься? Я говорю, тороплюсь, начинаю есть медленнее. У меня к вам вопрос. Если я знаю, я доктор, я знаю, как есть правильно, значит ли это, что я всегда буду есть правильно? Нет. Точно так же люди могут в семейной жизни очень хорошо знать, что нужно служить друг другу. Но бывают в жизни ситуации, когда мы становимся голодными. Мужчина приходит с работы уставший. Он может служить? Нет, в это время. А жена ждала его. Она ждала, это значит, что когда она его увидит, в этот момент она захочет внимания, а у нее нет внимания, ну стало. И она сразу расстроится, думает, потом, блин, зачем же я всегда торгую, ждала его. Мила, мне очень грустно было, я тебе звонила, целый день вечер дома я была, милый. Я даже дверь открыла, но как тебя ждала. Это настроение женщины, она хочет отношений всегда. Женщина ждет отношений, поэтому ждет мужчину. Он приходит с работы, какой? Усталый. Он всю энергию любви растратил. Он виноват в том, что он усталый или нет? По логике нет. Но если взять, как бы настроение женщины, что она ждала,
Она смотрит на него, и когда он, ну, на ее взгляд не реагирует, она думает: ах ты так? Ну тогда. Вот тебе. Она так делает и уходит. И этим самым причиняет ему жуткую боль. Потому что мужчина управляет словами в отношениях и причиняет боль словами жене, а женщина причиняет боль эмоциями, и не надо ничего говорить. Потому что женщина контролирует настроение в доме, в целом доме, понимаете? Даже собачки гуляют хвостом, когда женщина хорошее настроение. И даже тараканы при прыжку бегают, всем нравится, когда у женщины хорошее настроение. Но когда у женщины плохое настроение в доме, всем становится плохо. Даже цветочки плохое. Чуть-чуть. Понимаете, женщина контролирует все настроение в доме. И поэтому мужчина за ней ходит. Если у нее плохое настроение, он подходит и говорит: в чем дело? Она говорит: я что, трогаю? У меня просто плохое настроение. Нет, так не бывает. Просто плохое настроение, в чем дело? Почему у тебя плохое настроение? Он не знает, что женщина иногда может ходить энергию любви, а иногда не может. Когда женщина не может дарить энергию любви, она всегда дарила, заботилась обо всех. Когда не может дарить энергию любви, что происходит в этот момент? Она нуждается в заботе сама. Это значит, что раньше она готовила, теперь тебе придется чуть-чуть приготовить для нее. Раньше она стирала, теперь тебе чуть-чуть придется постирать. Хотя бы чуть-чуть. Раньше она улыбалась, теперь тебе придется улыбаться. Она улыбалась. Я смотрю, как ты на нее смотрел до этого. И когда мужчина, если так сделает, это значит, что он не любит. Потому что любовь означает служение. Когда надо служить жене, когда она не может дарить счастье, когда надо за ней бегать, ходить. И она, может быть, в это время будет огрызаться. Такое делать. Эмоции какие из себя извергать вулкан. Но если мужчина будет продолжать служить, сердце нам будет ему очень благодарна. Какой хороший человек. То есть так же мужчина, когда приходит с работы, очень усталый, и жена такая гладит его, не обращает внимания. Но в сердце он очень благодарен. Видите, когда любовь настоящая проявляется, то это не видно снаружи. Это всегда видно только внутри. Как вы думаете, когда люди очень сильно любят друг друга, они на людях друг другу ласково улыбаются или нет? Они просто спокойно, по-доброму друг на друга смотрят. Это значит, что у них внутри любовь уже, внутри. Влюбленность означает любовь снаружи. Любовь снаружи. Они играют в любовь, у них танцы, они обнимаются, играют в любовь. Любовь снаружи означает влюбленность. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Серебряные свадьбы означает 25 лет вместе. Душевный разговор, не гаснущий костер. Когда вот это, а костер гаснущий. Сегодня мы вот так, завтра ра! Это влюбленность, это не жизнь. Сегодня балдеем, завтра испортит настроение. Варежка раскрывается. Привык к варежке раскрывать. Варежка означает кровь.
Итак, если вы закроете глаза сейчас и вспомните своего близкого человека, то, скорее всего, вы просто его не вспомните. Это значит, что у вас просто нет сердечных отношений. А может быть, вы вспомните что-то такое тяжелое в отношении к мобилу своему. Или что уже как бы надоело мне, что сил нет с ним жить. Это значит, отношения есть негативные. Между сердцами есть отношения негативные. А если вы закроете глаза и светлое чувство вспомните по отношению к близкому человеку, значит, между вами есть любовь. Любовь означает светлое чувство к человеку. Любовь имеет духовную природу. Это не просто наслаждаться человеком. Это означает помнить самое светлое в этом человеке. Человек сам не может знать самое светлое в другом, потому что мы греховны, мы не видим душу. Душу увидеть невозможно просто своими глазами. Для этого нужна милость. И эту милость дает Бог, когда люди влюбляются в друг друга. Влюбленность означает, что Бог показывает душу другого человека. Это происходит в двух случаях. Первый случай, когда люди влюбляются друг в друга, они видят самое лучшее друг в друге. Когда мы к православному священнику подошли молодые люди и сказали: «Скажи нам в двух словах, как нам всегда любить друг друга?» Он посмотрел на них и сказал: «Вот вы сейчас влюблены. Вот если вы всегда будете помнить то, что видите друг от друга сейчас, если вы это будете помнить всю жизнь, то, что Бог вам показал друг друге сейчас, то тогда вы всю жизнь будете счастливы». Проблема заключается в том, что мы видим что-то другое. Когда боль приходит от близкого человека, значит ли это, он хочет нам сделать больно? А что это значит? Хотите, я вам открою тайну? Если вы ее потом сами увидите в своей личной жизни, то вы будете очень удачливы. Когда вы испытываете страдания от близкого человека, то эти страдания вам через него посылают другие силы, не этот человек сам, другие силы. Он просто является инструментом в руках этих сил. И знаете, как этот инструмент действует? Сейчас вам объясню. Близкие люди знают наши недостатки. И когда какие-то силы хотят за недостатки наказать нас, высшие силы, то через близкого человека этот огонь правды приходит в нашу жизнь. Человек близкий знает эту правду про нас. И эта правда выступает перед нами как сила, карающая через него. Потому что он знает, и он уже не может это терпеть. Он это чувствует, как он не может терпеть. И сейчас скажу эту правду, скажу. А нам больно это слышать. Он сам хочет это делать или нет? Нет. Вдохновением получает свыше нам. Теперь, в тот момент, когда близкий человек получает вдохновение сказать плохую правду о нас, но при этом сдерживает себя, и желает счастья нам, пытаясь увидеть в нас хорошее, то это близкий человек, достойный поклонения. Не то, что он сдержался, как бы не сказал мне, не стал меня ругать. И это значит, ну, нормальный человек. Он не нормальный человек. Если близкий человек сдержался и не стал меня ругать, а наоборот сказал мне что-то хорошее в ответ на мой дурной поступок, то этот близкий человек святой, и ему надо служить, надо очень сильно быть благодарным такому человеку, потому что близкий человек уполномочен мучить нас, мучить. Запомните это. Мы вместе соединяемся не только для того, чтобы балдеть друг от друга,
Высшие силы нас соединяют для того, чтобы нас воспитывали. Вот я, допустим, в трамвае с кем-то еду рядом, и он мне сказал про меня правду. Меня это колышет? Привык, меня это колышет? Да никак. Ну и сказал он мне там про меня правду, ну и что? Меня это не волнует вообще, никак. Но если близкий человек хотя бы 1/10 часть скажет от того, что он там в трамвае мне сказал кто-то чужой, то меня это очень сильно заденет. Вот по этой причине высшие силы и действуют через близких людей, чтобы мы менялись. И если ваш близкий человек мучает вас, то это является чем? Законом, которую надо принять. Это не любовь. Нет, это не любовь. Любовь как раз приносит гармонию в семье. Но это также не значит, что близкие люди не будут нас мучить. Будут обязательно. Обязательно. Почему? Потому что только святой человек может сдержаться от позыва сказать правду. Только святой человек может держаться в этот образ. Вот я сейчас, когда женщинам рассказывал о том, что она закрывает тело, я тоже не сдержался от этого позыва. Тоже вам правду сказать. Но это не любовь. Это не любовь. Любовь означает говорит тому человеку, что принесет ему счастье, а не страдания. Иногда можно сказать правду так, что человек не воспримет это как боль, как страдание. Вот это тоже любовь, но более высокого порядка. В современной культуре часто думают, что любовь означает, что мы друг друга гладим по головке. Все время говорим ласково, что-то хорошо, нежно. Нет, это неправда. Это только поверхность любви. Когда люди прощают друг друга, просят прощения и служат друг другу, то постепенно они приходят к другому, более высокому пониманию любви, которое называется искренность. Что такое искренность? Означает по-доброму сказать близкому человеку ту правду, которая будет его исправлять, а не хвалить. У любви есть две стороны медали. Первая сторона медали — это служить, а вторая — говорить правду с любовью. Так вот, говорить правду с любовью — это очень трудно. И это труднодостижимая часть любви. Поэтому в начале семейной жизни люди просто служат друг другу и говорят добрые слова. Но когда у них сердца открываются друг к другу, тогда можно по-доброму делать замечания. Но если человек по-злому делает замечания, то в это время никакой любви нет. Просто через него действует сила наказания. И разрушает отношения между людьми. Потому что с палачом жить никто не хочет. Таким образом, если вы видите, что через вас действует правда, вот вы сейчас придете домой и всю правду, то, что вы поняли о близком человеке через лекцию Олега Геннадьевича, скажете близкому человеку, то это не любовь. Правду в отношениях нужно говорить самому себе. А близкому человеку нужно просто служить и терпеть его недостатки. Когда же он исправится? Этот вопрос звучит всех. Вот смотрите, допустим, я гневливый. В каком случае я буду гневаться на свою жену? Если она будет на меня обижаться. Если она обидится на меня, буду гневаться. Но если моя жена не обижается на меня, я гневливый, то на кого я буду гневаться?
на кого-то другого. Как-то мне нравится, одна пожилая женщина сидела, и она сказала, что у нее никого нет, она живет одна в доме. Я ее спросил, значит ли это, что вы ни с кем не будете ругаться? Она говорит, конечно, я одна, мне есть кому ругаться. Но когда она пришла на лекцию на следующий день, я ее спросил, вы сегодня ругались? Она сказала, да. Я сказал, вы с кем ругались? Она говорит, я ругалась на кошку, которая сидела на площадке. Если человек гневливый, он найдет на кого ругаться. Это не значит, что он будет ругаться обязательно на жену. И так, если он ругается на жену, это значит, что она имеет такую судьбу. Все качества близкого человека делятся на две категории. Одна категория – они принадлежат к нашим отношениям, другая категория – не принадлежат. Те, кто женился или выходил замуж второй раз, могут заметить, что близкий человек, с которым ты жил до этого, с другим человеком ведет себя иначе. У него другие недостатки проявляются и другие хорошие качества, нежели со мной. Заметили, да? Кто-то заметил. Это означает, что для наших отношений предназначены всего лишь те качества близкого человека, которые я заслужил и за которые я буду наказан. Все остальные качества близкого человека не раскрыты в отношениях. Поэтому, если вы с любовью относитесь к близкому человеку и думаете о самосовершенствовании, прощаете, просите прощения, ваши качества характера меняются, и отношение вашего близкого человека к вам тоже будет меняться. Например, сейчас ко мне подходила женщина и спросила, когда мой муж перестанет пить? Олег Геннадьевич, я уже ванимусь, работаю над собой. А он говорит, что не волнуйся, я никогда не брошу пить. Своих наказаний близкого человека человек себе не принадлежит. Это утверждение «никогда не брошу пить», оно бессмысленно. Потому что тебе придется бросить пить или уйти из жизни этого человека, когда придет время, ему уже не страдать от твоего пьянства. Поэтому ничего не бойтесь. Просто служите близкому человеку, просто работайте над собой. Все, что вы видите от близкого человека, это просто ваш объем работы. Бывает объем работы очень большой. Но это не значит, что это никогда не изменится. Знайте, что если человек служит Богу, служит высшему свету, высшей истине, он служит любви, отдает любовь постоянно, думает о других, а не о себе, то любой объем работы он может преодолеть. Любой. Какой бы тяжелой судьба ни была, каким бы тяжелым близкий человек ни был, он все равно растает, его сердце все равно растает, или Бог уберет его из этих отношений. Уберет не означает, что вы его бросите. Он может сам уйти, или что-то с ним произойдет такое. Мы не знаем, как это случится. Лучше, чтобы он исправился, чем если с ним что-то произошло. Я знаю одну женщину, она занималась духовной практикой, и вот ее сын и муж постоянно издевались над ней, смеялись над ней. Она продолжала их прощать, молиться, заботиться о них. И в один день их задавило, они в аварию попали, погибли. И жизнь стала легче, и стало легче. Жить никто не издевался. Но она не очень рада этой ситуации.
она несчастна от того, что так произошло. Видите, лучше, чтобы они исправились в бессилии, да? Потому что мы часто думаем, скорее бы он обвинял же его. Олег Геннадьевич, а может он сам меня бросит, если мне сейчас задали вопрос? Может, но тебе от этого легче не станет. Лучше, чтобы все поменялось к лучшему, а не к худшему. Поэтому не надо ждать, когда меня бросит близкий человек, когда с ним что-то произойдет. Не надо этого ждать. Это не то, что мы должны ждать. Мы должны ждать, чтобы сердце поменялось близкого человека. А что с ним произойдет, мы не знаем, потому что есть свобода выбора еще у близкого человека. Если закон уже высший сказал, что она не должна страдать уже в этих отношениях, уже сказал это высший закон, а человек продолжает вам давать страдания, то ему придется. Его сердце будет ему подсказывать, закончи уже мучить этого человека, ты не имеешь права это делать. Он хороший человек, а ты плохой. Перестань его мучить. Его сердце будет ему подсказывать об этом, но если он будет продолжать дальше, Бог не даст этого. Бог дает нам страдания ровно столько, сколько нам положено. Проблема лишь одна. Мы думаем, что нам положено меньше. Я вспомнил здесь с этим анекдот, там все наоборот было. Комиссия приехала в детский садик проверять, а попала в зону. Когда выстроили всех этих уголовников, очень сильно комиссия удивилась, говорит, вам сколько лет уголовник был? Имел возраст. Он говорит, 15. Потом второго спрашивает, кто 15. И она говорит, я бы вам больше дала. Он говорит, а нам больше не дают. Это говорит вышка. 15. Видите, в этом случае уголовники, они сказали правду. Но мы, понимаете, в нашей жизни правду никогда не говорим. Нам кажется, что 15 быть не может. Ну, максимум 5 месяцев страданий мне по судьбе положено. Мы не верим, что положено больше. Так устроен человек. Вот никто не верит, что он... Никто не верит, что в течение 2 лет, допустим, он может уйти из этого мира. Никто здесь не верит, да? Но по статистике, из 1500 человек один должен уйти из этого мира в течение 1 года. Вас здесь сидит 700 человек. Это значит, за 2 года кто-то из вас в этом зале оставит этот мир. То есть, этот человек, поднимите руку. Вы верите в это, да? Нет? Шутка просто, пошутили. Никто не верит, что он может уйти в течение 2 лет. Никто не верит в это. Также мы не верим, что мы наказаны больше, чем хочется. Понимаете, нам кажется, что ну я уж точно как бы должен страдать меньше. Мне, кстати, кажется точно так же. Мне ничем в этом плане от вас не отличается. Поэтому, если приходит от близких людей сильное страдание, мы не сможем не удивиться. Нам действительно будет больно, плохо. Но в какой-то момент вы должны вспомнить мои слова. То, что я сейчас говорю. Вспомните, что это то, что вам положено. Если вы это вспомните и помолитесь немножко, и примите это в свою жизнь, вам сразу станет легче. Как вы думаете, кому легче? Человеку, который знает, что в квартире грязно, и считает эту квартиру грязной, не желая в ней жить? Или человеку, который считает, что у него хорошая квартира, просто ее надо помыть? Кому легче жить?
второму он принял судьбу, он принял объем работы. У него хорошая, классная квартира, вот у меня классный мужичок, просто он немножечко хлебает, немножечко поддает, как бы, а так он хороший. Мы исправим все с ним вместе, он будет у меня нормальный, трезвенький скоро. Объем работы просто, у меня трезвенький по природе. А сейчас он заболел, поэтому он скользкий, вонючий. А так он у меня мягкий, пушистый. Вот для того, чтобы своего мужа увидеть мягким и пушистым, для этого надо верить в Бога. Потому что когда у человека нет вот этой силы, божественной силы видеть святость, он также чисто и светло и не увидит в своем близком человеке. И это значит, что он не победит судьбу. Кто такой проклятый человек? Проклятый – это прикованный к боли и к страданию. Почему человек пьет, близкий муж, почему пьет? Потому что это твое страдание, он воплощение твоего страдания. Одна женщина ко мне подошла и говорит: «Олег Геннадьевич, покажите мне мою судьбу. Можете показать?» Я говорю: «Спокойно». «Как?» Я говорю: «Ну вы возьмите вот рядом с собой, поставьте всех своих родственников, друзей». Ну, поставила вот сейчас мысленно. Вот говорю: «Вот, вот это и есть ваша судьба». «Вся?» Я говорю: «Вся». «Если не всех поставили, значит не вся». «И что, мой мужик тоже, что ли?» Я говорю: «Да». «Вот он как раз и самая большая часть вашей судьбы». Это и есть наша судьба, она воплощена в наших родственников. Когда приходит очень тяжелое испытание от родственника, то надо начать молиться Богу. Если есть вера, надо думать о святости, не надо думать о боли. Кто такой проклятый человек? Тот, кто зациклился на боли. Зачем он так со мной поступил? Зачем он так с тобой со мной поступил? Зачем он меня бросил? Зачем он меня изменил? Зачем он меня предал? Когда человек так думает так постоянно, это значит, что он никогда не избавится от этой проблемы. Это состояние называется стрессом. Как выйти из стресса? Нужно думать о святом человеке, о священном писании, о святом имени Бога, о святом месте, святой воде. Я как-то в Самару ехал на лекцию из Тольятти, я ездил к родителям в гости. Потом назад поехал сразу на лекцию. И так как я был с родителями, я чувствовал какую-то трудность внутреннюю, тяжесть. А мне надо было людям давать знания. Знания давать можно только в состоянии любви. Вот здесь-то хорошо, как бы я приехал к любимым людям, они меня сразу там встретили, тепло, позаботились обо мне. И я сейчас бодренький, хороший. А там я приехал к родителям, и они мне жаловались на здоровье там и так далее. Мне надо было отдавать энергию любви, не брать, а отдавать. И я устал. Приехал назад, я устал. И ребята, которые меня возили, они слушают мои лекции, они, у них было другое настроение, было настроение служения по отношению ко мне. И они посмотрели на меня и говорят: «Вам надо как-то снять напряжение перед лекцией». Я говорю: «Хорошо, какие варианты?» И они говорят: «Есть тут вот небольшая церквушка, и там есть святая вода, святой источник. Мы сейчас можем остановиться, вы там искупаетесь, и у вас будет сила давать лекцию». Мы так и сделали. Мы остановились, я окунулся в этом святом источнике, и хоть я не православный человек, но передо мной сидела икона, когда я купался. Вода была холодная, я вылез из воды, смотрю, лик Божий. У меня на сердце благодать. И монахи там, это такой монастырь, монастырский комплекс, тоже люди благостные, благодатные. Мне так хорошо стало внутри. Я почувствовал столько силы. И когда я читал лекцию в Самаре, я об этом вспомнил, и немедленно опять появились силы, как тот момент, когда я купался. Точно так же, как я сейчас об этом вспомнил, когда я купался в этой воде, сейчас. Чувствуете, свежее в зале стало? Чувствуете что-то другое, так или нет? Это не моя сила. Это сила того святого места. Вот точно так же, мне легче стало сейчас, я вспомнил, мне стало легче.
И в зале должно стать речь, потому что мы с вами связаны. Точно так же, когда человек испытывает стресс, он прикован к боли, ему нужно всеми своими силами вспомнить святость. Вспомнить святость всеми своими силами. И тогда ему станет легче. Другого выхода нет. Стресс означает не вера ни в того, ни в того вера. Как вы думаете, нужно ли верить в любимого человека? Нужно. Но это не та вера, как вера в Бога. Когда мы верим в любимого человека, мы знаем, что нас будет наказывать. Но когда мы верим в Бога, то мы открываем для Него все свое сердце, без остатка. Потому что Он нам никогда трудности не причинит. Он причинит нам только счастье, только победу. Когда человек влюбляется как в девушку, всем своим сердцем, все сердце для нее открывает, это означает, что он невежда в отношении к энергии любви. Энергия любви принадлежит только Богу. А между людьми любовь выступает как испытание. Мы тоже верим в близкого человека, но эта вера означает, вера, что Бог мне его дал для того, чтобы я победил свою судьбу. Это не означает, что я вот сердце все близкому человеку открыл, плюй в него, изменяй, что хочешь делать. Нет, это не такие отношения. Эти отношения долго. Вот, допустим, близкий человек, муж, начал посматривать на какую-то девушку. А я верю в наши отношения, ничего не будет. Пусть посматривает, ничего не будет. Как ничего не будет? Если мне дать без гантелей по голове, что-то будет. Но энергия, которая исходит от девушки красивой, в 1000 раз сильнее, чем энергия гантелей. По голове бьет сильнее. Это надо немедленно сказать мужу. Ты что на нее посмотришь, не надо? Он говорит, да я не смотрел. Да все правильно. Она сама притягивается. Ничего страшного, надо все равно сказать ему об этом, что я знаю, вот смотри, это не то, что нужно, я знаю, об каких отношениях. Все, не надо. Он сразу стесняется, все, он не смотрит. Делает вид, что не смотрит. Затянуто, конечно, но он не смотрит. Все. Ведет себя как хороший мальчик. Семейных отношений развиты. Есть три типа отношений. Есть отношения мужа и жены. Это равные отношения или нет? Некоторые говорят, мужчина старше. Муж старше, чем женщина. Главнее. Кто это должен считать, что мужчина главнее? Женщина так считает. Если она может так считать. Если мужчина ведет грешную жизнь, ведет себя безобразно, как она будет считать, что он старше? Это невозможно. Женщина же не может сама себя обмануть. Она его уважает, но она не может считать, что он старше. Женщине легко понять, кто старше. У женщины по природе есть склонность считать кого-то старше. Это женская природа так действует. Женщина легко чувствует, кто старше, кто не старше. Ей не надо же это себе объяснять. Если мужчина старше, она чувствует его старше, но отношения равные. Она ему все равно портит нервы. Хоть старше он, хоть не старше, отношения равные. Она имеет право ему портить нервы. Почему? Потому что она жена.